Абзира шума садерску телехопща эфира джейхо падыра тарих уяну. Сара уямекой сарецу кто не пхайш зизгейт интернета джигра стандерисц информация. Фейсбук, инстаграм, алай кофе, аз джум харашу цирызгаша азишко. Халагапнас. Ария рубрика «Чесна гипш» и «Залахит андерес до адуные хаяцыху ирганда фотосахаку». Ария фотосахаха цоп Сауда Раравия Аджама Ахна. Рамадана на мюпусу амдазы апсалманша Аббас Анафера мюпыргой. У расплатая банка дуные чемпионаты юнызы кижая язгнает нажит шматк и цо акупюра. Уя дираж вижа миллион сыра рыла щек глуп. А купюра же яну ей цирдыру амбахче лев яшин йоу. Яра аухор улшут у рустылапи абан кварджо. И хай сез амчим джазим ее пусит аурус музыка премия Ру ТВ. А кальф хапшенула на иней возрхын пьялах кайт ищбу айзухку. А социал хаквар джозик злачавю демов, а ще була з абснепія команда каніфальна зікіжа чемпіонат Ралахура. І штуру єпша ще була рія дунеджа зіграз та аз шумха разрто спортхку. Яра і знагойта стадіон кварджи, а ділірбага кварджапхе мільйон юла ахопшча. А сі бшиху чемпіонат Алахура бснази гуаферов, а дуней ахмарко ейдна колой. Ахмару ця Лондонен тихопхедзар рачала фатасахаку відеонзамтаку хзыкацарар хашцам. Шепылым пыласы чёрт социал даха курча хуапсы раян рыжу и тхапхадзар разчала ажа гуантаку и выпшим азих шараку. Яхария рубрика «Джазджум харахтар хтахуп апслым зала атыхра». Ария казара процесс шуми пысу ахуп шра гуафера узчурнагод. Елзу асахекот джешахуп. Апслым зала атыхра знапала гуайз ларфуала яра псыршагуп. Угу яху зерцинчуа усуп. Ария хандара язку о роли посоциал хакорджи дара ашчум харарту, хазар рачала ахупшча. Апсалм зала тыхра и гирта хархарта куирзейпшим а шедевр апцаразы, шарайштахдзам и уэпшим амаругаква, шнапсыргуцаква ирзыдзирва, зыграу гуй ахорт иху апсалм мацара ауп иштаху. Иху ба апсалм зала таурых аней тарфу, мамзарги ауаи чанырраква апсалм зала яна айпшуа. Уятхуэлн шахупш анаюсте видеонзамта. Thank you.
Апхера бзиз бошзе и снагибше и захкет айндерезду хаамта якшу ашхуа. Атарауайша сгвар туала ашхуа гна аамта схызгуауа ржар иха и бейхой. Иха рхы як бугуа и халой. Ярубас ашхуа рыбхера стресс апнахуит ха пхедзоу. Наски ашхуа бзия бэйча рыдша тынчук. Яхазы хаза адгул ашхуа яхцуб ты живешь только раз. Ира хымпада гвазыфера щунатой. Ашхуа джи яапшу пхедзар рачала нукварако и рызгна апшкарако. Автор цю ищу дыргал ищу гвазыфера инхаша псчара шахцар шилшу атыпшдзарако. Яра убас ашхуа джи изгуби и вебшмадула курхунд афатастахеку ахсалаку. Ана из ищабжахкот Франция дешхую Марк Леви и Роман «Где ты захзу». Марк Леви ей цердыру Франция дешхую цедр хыпхедзалу. Ира ю хит хыпхедзар рачала ашхуа. И Роман «Где ты и рейху и юм такой и рейху». Ашхуача автор даза отгулит абзия баранас геою и пстазара амлю алхран и пылу ауадайракой урт рыцпаши. Ария рубрика джиха харза отгулит айгой тыдзис а смартфонку. ZTE XM ария тыла смартфон а планшет а зухарауэд. Ярай гирта тылку и рейпшок джидерес гияму XM и дисплей крылыша гулу. А экран похазыхас, а ус рулар рылшот. Яра убаса дисплей джи аамтакала и атклырак ауртыр ауэй. XNM иганазов атасахекуар хатабзира хараку. Яра бэжфи уяжуқба доллар япсов. Она из хаза отгылит Sony XP бэжба. Яра дзы злым со смартфоном. А дзы ятхилу а спортфклэр злым хаврзы Sony XP бэжба дары портов. Яра убаса ря смартфона адзацаха фатасахекуат нахлар алшара аму. Яра дары хоп, а кахерха шимшан. А жакала яра нухгаразы дары маншалу. Ария рубрика из ныкомко яхап хехит аказра знапала куауа. Хамтаз ахсар бжара дар актуалра аюит анабхазара. Жохера дарих зарпурхио хтысуп. Яхе халза откылар хтахуп анабхаза и джишиху акенджи хвапызу Кристина Чашпха. Кристина ария хазара лнапы шала лыркас. Куя процесс шумио пысуапу уажи ахзей талхой. Шайхла чачагер. Кристина, добро пожаловать. Здравствуйте, Сария. Расскажите нам, в первую очередь, как вы начали изготовлять куклы, учились ли вы этому искусству? Полтора года назад на просторах интернета я увидела работы замечательных, талантливых людей. И тогда удивлялась, как возможно создать игрушку такой красоты. Mm-hmm. Это были кролики Тильда. В какой-то момент, неожиданно для себя, я обнаружила то, что мои руки и душа стали тянуться к творчеству. А потом мне безумно захотелось своими руками сделать игрушку. Я ее сделала, конечно, она у меня получилась для первого раза немножко смешная. А дальше я стала делать все лучше и лучше. Но первым моим критиком была моя дочка, которая была удивлена, потому что мама сделала сама игрушку своими руками. Кристина, а какая была эта ваша первая игрушка? Моя первая игрушка – это кролик Тильда, вот этот вот. Я сделала из того, что у меня было материалы. Для того, чтобы создать игрушку, нужно иметь ткани, да. Ткани – это я использую 100% хлопок. Изначально я пользовалась вязью, но теперь я перешла на хлопок. Дальше нужно иметь, ну, я потом еще куклы стала делать, да. Вот я где-то полгода назад делала кролики, а потом мне безумно захотелось создать своими руками куклу. И вот на протяжении года я создаю свои милые куколки, наряды для них. Для того, чтобы создать куклу, нужно иметь для тела хлопок. Дальше я ткани. Я люблю работать с хлопком, потому что это очень приятно на ощупь ткань, с ней работать одно удовольствие. Кристина, а сколько времени у вас уходит на создание одной куклы? Ну, по-разному. Знаете, как это зависит от моего внутреннего настроения. Вот когда я начинала только заниматься игрушкой, мне хотелось бы поскорее сделать куклы, посмотреть, какой будет результат. Ну, а теперь мне хочется это делать медленно, потому что образ появляется тогда, когда ты шьешь медленно, вдумчиво. Вот у каждой куклы есть свой образ. Вот расскажите, откуда он появляется, откуда рождаются идеи?
Ну, в основном образы придумываю я сама, а так есть такие странички, которые таких мастеров, которые я люблю смотреть, следить за ихними работами. Я смотрю ихние, да, там, платья, и потом вот из всего просмотренного я для себя как бы какой-то образ делаю, да, и потом, ну, вот потихоньку начинаю шить куклу. А насколько практичны ваши куклы? Вот ими можно играться или же все-таки они как произведение искусства, правильнее будет их поставить на полочку и любоваться? Это интерьерные куклы. Вообще интерьерные куклы, они сейчас стали популярны во всем мире. Ими украшают дом, их дарят. Они несут тепло человеческих рук. А кто вот больше интересуется вашими работами? Это от молодых, молодежь, да, это от молодых, но, вы знаете, от молодых до зрелых людей. Готовы ли вы делиться своим опытом? Там проводить различные мастер-классы или, может, обучающие занятия для желающих? Конечно, да, я всегда готова поделиться тем, чего опытом, я... Да. Да, поделиться опытом, что я делала. Но я как бы самоучка, да, я пока не обучалась ничему. Я много читала, много как бы смотрела, да, сейчас очень много всего можно увидеть в интернете и самому много чему обучаться. А так, конечно, я с удовольствием рада помочь, поделиться своим опытом того, чего я умею. Кристина, спасибо большое, что пришли к нам. Желаем вам творческих успехов. Спасибо вам большое. А его этот из миллионы лист хопшуа режиссер Эдвард Бергер и тихо за сериал Патрик Мелроуз. Уаха роль хода на экзот Бенедикт Камбербэтч. Яра Шерлок Холмс аштех ахубшча бзедер бейт. Патрик Мелроуз аджа критик ча Бенедикт Ихумара аху харакныр шейт. Дарайша сгуартуала арьера и рейху и роль ау. Иху Камбербэтч Мелроуз а фильмачи фырхат и хым юбгашилы и лафяшилы Шерлок гейб шубхя срёги. Узи гейлыш кауэта фильм шахубшир. Уажуэ еще дахкалута трейлер. Я пришел увидеть тело Дэвида Мелроуза. Патрик! В мою комнату! Живо! Патрик, нарцисс, шизоид, алкоголик, тяга к суициду. Все в порядке, сэр? Как может быть в порядке все? Это невозможно. Понимаете, были жалобы. Так это не только у меня в голове. Прах вашего отца будет готов завтра после полудня. А быстрее никак. Кажется, я слегка тащусь под откос. Я хочу вернуться в мир, в реальный мир. Жить, а не выживать. От всей души соболезную. Он был замечательный. Вы бы слышали его замечания. Патрик? Патрик? Патрик Мелроуз. Патрик Мелроуз. Атерской телехопца я хз бряу. Интернет отжих ой, ну что ты хз, а на есть хайку чарапчеш мэншин. Абзерас.